здравствуйте. Здравствуйте. А почему снова? Мы с вами здоровались? А? Ну, здоровались с вами, наверное. Ну, я ж вас знаю. Ну, идемте. Да вы меня не знаете. Ну, я вас уже откуда же. Можно, да? Моя фамилия Номировский Вадим Александрович. Не, я уж не знаю, Вадим Александрович. Меня инспектор. Скажите, Вадим Александрович. Нет, вопрос к вам. Остановили вас. Не, у меня к вам вопрос есть. Да. Скажите, а давно полиция у нас опять стоит в кустах? Полиция давно в кустах у нас стоит? Ну, а где тут кусты? Ну, покажите мне. Ну, вы стоите, скрытное размещение, ну, у вас, вас же не видно. На проезжей части. Ну, как вы? А что вы вообще делаете на трассах? На проезжей части. Что вы опять на трассах делаете? Вас же убрали с трасс. Добрый день, Александр. А он добрый? А что не добрый? Ну я знаю, что полицию вроде убрали с трасс. Опять что ли стоит на трассах полиция? А что полицию убрали с трасс? Ну как убрали? Сказали только на стационарных постах, что на трассах теперь будет только патрулирование. Не будут больше стоять в кустах. Будут ездить, перемещаться. Так а как вы ездите, если вы в кустах опять стоите? А что вы обгоняете? Кого обгоняю? Вас? Я вас обогнал? Не, не нас. Вот это автомобиль. Ну так давайте составим. Если я нарушил, составим постановление. Вопросов нету никаких. Нет, так я же не знаю. Документы у вас есть? Конечно, вас знаем. Вы такой законопослушный. Есть документы у вас? У меня не все есть. А что не все? Ну не все документы есть. Какие-то есть, каких-то нет. Водительское удостоверение, свидетельство о регистрации, страховой полис имеется у вас? Нет. Ну часть из них нету. Но мы сейчас до этого дойдем. Давайте мы посмотрим, вы пока возьмете, я так понимаю, вы водитель основной, ну, что да, берите, да. Идите пояснение один, давай, а второй давай. Проверит документы у меня, а я как раз узнаю, почему вы тут стоите, и мы определимся, кто из нас нарушил больше. Да? А вы думаете, мы что-то нарушили? Ну вы стоите опять в кустах, нельзя не, так ну, делать. Не, ну где кусты, Александр? Ну, слушайте, ну так всю жизнь стояла полиция, всю жизнь стояли менты, старые гаишники. Какие менты? Вот так... Ну что вы так говорите, менты такие слова некрасивые. А что менты? Есть фильм «Менты» называется. То есть это некрасиво, по-вашему? Ну, какие-то, да, мне так думается, ну, мусора лучше звучит? Мусора тоже некрасиво. Ну, а как тогда? Ну, как полицаи. Полицаи тоже ну, не а как тогда? Я не знаю. Ну, сотрудники внутренних органов. Фараоны, как вы? Я не знаю. Ну, а как? Ну, ладно, давайте, что давайте смотреть? Документы глянем ваши. Нет, так... С вами или как? Не знаю, ходить надо. Давайте мы сначала почитаем пояснение, процедуру пройдем, потом все остальное. Как вы хотите документы. А вы настаиваете, чтобы мы вас оформили? Конечно, вы же меня остановили за нарушение. Ну да. Ну а что вы тебя человека держите? Идите пояснение, вы вдвоем раздвигайте. Сейчас человек. Я возьму бланк. Давайте. Опрошу человека. Конечно, конечно. Я процедуру потом знаю. Вы... А, знаете, да? Конечно. Ну все тогда хорошо. Да, но меня больше интересует все-таки ваше размещение скрытное. Так вам объяснили вообще. Ну где оно скрыто? На СМИ. Ну стояли, говорю вам так, старые гаишники так стояли. Мусора. Вы хотите поругаться или хотите нам просто подсказать, дополнить, как вот. Слушай, со покажу, стороны общественности послушайте. Я не хочу ругаться. Смотри. Александр, да? Правильно? Как вас зовут? Владимир. Владимир, меня зовут. Владимир, я фамилия моя ваша. Я слушаю. Да. Очень хорошо, я сказал. С экрана. Mm-hmm. Говорит мне, граждане Украины больше не будут терпеть свою старых гаишников, да, они да. получат новую полицию, которая больше не будет стоять в кустах, которая будет патрулировать, которая будет обеспечивать безопасность дорожного движения. Что я сейчас вижу в Херсоне опять? Я вижу старые вонючие «Жигули», на которых написали «Полиция». А что старые вонючие еще? Потому что они старые вонючие, потому что эту машину надо было утилизировать так еще 10 лет. Так она 2010 года. Какая разница, она сама по себе дерьмо. Вы же понимаете, сколько... Вы понимаете, что это консервная банка на колесах? Речь не идет. Речь о том, что мне обещали новую полицию, которая не будет стоять в кустах. А по факту я получил то же ведро, только в кустах с надписью «Полиция». А где кусты? Ну посмотрите. Вот. Ну, где речь шла о патрулировании, что вы будете перемещаться, будете ездить. Перемещаемся. Как, если вы стоите, мы только приехали. Слушайте, как, сюда. Да я вот вижу по вашему видеорегистратору, что вы его направили как раз, чтобы все было четко. Мы только стали и направили. Это ж... а какой? Регистратор да пишет по 2 минуты. По 2 минуты это много. И вас да делайте регистратор. Ребят, меня ничего не смущает. Вы поставили, ну так меня не смущает. С регистратором, с камерой вы же ездите, правильно? Не, у меня нет регистратора. Да дело не в регистрации. А в чем вообще ну, дело? Ну, я нет, не дело понять. В том, что мы тратим время мое и водителя. Да, вы я... за пояснением, вы за постановлением. У вас документы есть вообще? Нет. Вообще? Вообще нет. Отсутствует? Не вожу с собой. Я знаете, почему не вожу документы? Потому что стоят полицейские в кустах, они на меня постановление выписывают. Я устал. Я решил, если я не буду брать документов, они не будут писать постановление. Да. Ну, я решил ну, так правильно сделать. Я просто не понимаю... Что не понимаете? Я не понимаю, да что вам... вы в кустах делаете. Я не понимаю. Я реально ну, не понимаю, кусты. Пацаны. Снимите. Ну я не понимаю. Ну я не понимаю, что вы делаете. Снимите кусты. Ну вы опять заехали. Кусты. Слушайте, на этом. Ну покажите кусты. Что мне показывать? Я к этому. Александр, ну покажите кусты. Вы знаете, вы же видели ролики, как на этом месте ваши коллеги точно так же стоят, а потом берут бабки. Ну есть же ролик. Берут. Какой? Ну какой ролик? Вот там стоят, вот на том стояли повороте. Стояли точно так же. За сплошную останавливали или брали бабки. Есть они же куча роликов. Не прошли. А, вы.
А вы, нет, так, а вы прошли делать это же самое. Подождите, а кто вам сказал, что бабки берут вообще? В смысле? Видео, есть видеофакт. Ну, значит, был такой факт. Ну, так, это прискорбно, конечно. Это поэтому это, да. Я смотрю, что мне обещают реформу, а по итогу я вам еще раз докладываю. Мы на данный момент не берем бабки и в кустах не стоим, я правильно понимаю? Ну да, вы где кусты видите? Вот, я вижу кусты. Так какая, слушайте, Александр, мы... Кусты – это образное выражение. Ну, я назову по-другому. Называете... Вы стоите, да. У вас скрытное размещение. Скрытное? Вы не предупреждаете. Вы не предупреждаете безопасное дорожное движение. А вы предупреждаете? Я нет, я не должен, я же не полиция. Ладно, давайте кто-то пояснение, кто-то постановление. Так документы ж надо выпустить. Давайте сначала с его. Мы сначала ознакомимся с сутью правонарушения, а потом все остальное. А документы вы предъявите свои? Будем по факту смотреть. Если не, мы... ну так вы уже вас остановили, уже вы должны предъявить их. Я еще ничего никому не должен, нет. Я никому еще... Факт того, что меня остановили, Александр, еще сам себе ничего не говорю. Александр, смотрите, ваши документы для начала. На основании чего? Там на основании правонарушения. Я нарушил. Ну, объясните, что... Можно это увидеть? Пункт права 2.4. Да, по факту есть нарушение? Да, вот, ну человек стоит свидетель. Вот вы... Опрашивайте, что он ждет? Ну, фура стоит, что ждет? Так подождите, документы предъявите, есть у вас документы? Я сначала ваши документы. Не, ребята, вы не путайте опять. Вы все путаете. Вы путаете. Смотрите, если... Александр, вы навязываете нам свое мнение. Хорошо. Вы вот видите это так. Давайте по-вашему. Давайте, по-вашему. Если вы предъявите считаете... документы. На основании нарушения буду предъявлять. А что на основании такого нарушения? Ну, а пункт правил 2.4 сказано на требование сотрудника полиции. Правильно, предъявить. Надо по законному требованию. Предъявить, что да. В данном случае подтверждает законность ваших требований? Законность наших требований? Вы нарушили правила дорожного движения. Как это можно увидеть? Увидеть вы не можете, вот человек стоит, свидетель, которого вот. Вы обогнали. Можно ли пояснение ему прочесть, и на основании этих пояснений, как факт моего нарушения, я дам смотрите, вам документы. Смотрите, хорошо, зачем опрашивать? Вам давать, вы должны предъявить, да? Должен, когда будет факт. Факт есть? Факт есть, вот. Опрашивайте этот факт, я почитаю и дам документы. Опрашивайте водителя, чего ждем? Давайте вот конструктивно, без конструктивно Александр, объясняю. Смотрите. Этот человек, вот обратите внимание, да? Гражданин Турции. И? Я его не опрошу. Вы прошли аттестацию? Я прошел. Вы английский язык сдавали? Турецкого, я не знаю. Английский. А зачем английский, если человек гражданин Турции? Он на английском общается. Вы он не общается. Пойдемте попробуем. Пойдем. I'm sorry. Do you speak English? Do you speak Russian, maybe? По-русски. По-русски можете чуть-чуть рассказать? Александр. По-русски можете говорить? Это камера. По-русски может рассказать вам. Берите устные пояснения. Пояснение в письменной форме. Ребят, да, берите устные пояснения. Да, пояснение фиксируется на бланке. На официальном бланке. Скажите, чего вы напряглись? Объясняю. Вы должны с этой ситуации выходить, а не я. Я вам нормально объясняю. А я плохо вам объясняю? Человек на данный момент не может давать пояснение хорошо, на русском языке. Да. Идемте в Египет. У вас есть? Он там не видит. А как не видно? У вас документы есть? Нет. Если у вас вам принципиально вы не хотите их предъявлять, мы, в принципе, ваши документы неоднократно видели и знаем. Интересно, когда вы Владимир, успокойтесь. Давайте по сути. По сути. По сути, что? Я еще раз говорю. По сути, я... со мной вопрос решите, Владимир. Послушайте, я вам говорю, докладывать вы перебиваете. Не надо. Вы по сути мне скажите, что мы со мной делаем? Я еще раз говорю. Вы видите, человек не может дать пояснение. Вы его задерживаете? Нет. Отпускайте. Я его не... Послушайте. Вы отпускайте водителя. Я с вами беседу. Отпускайте. Стойте тут, идите сюда. Мы же нормально... Не перебивайте меня. Я могу, давайте в листик бланк, я напишу свое предупреждение вам и поеду. Нам предупреждение? Да. А за что? Я напишу заявление за беспричинную остановку. Что вы можете написать? Послушайте меня. Тут как обычно. На каком основании вы что-то будете писать? Вы меня остановили за что? Вызывайте группу, пишите. Я вам остановил за нарушение правил дорожного движения. Я подошел к человеку. Человек оказался гражданином Турции. Человек не мог дать пояснение. Я в чем виноват? Все, ни в чем. Я вас предупредил устно езжать за то, что вы нарушили. Как это можно увидеть? Вот человек, вы видите человека остановили, которого вы... Он на русском не разговаривает. Ну все. Так как он вам дал пояснение? Вам повезло. Так как какие пояснения он вам дал, если он на русском не разговаривает? Я говорю, счастливого вам пути, Александр. Листик, ручку, я пишу, как обычно, и все, и еду. А что листик, ручку, что вы хотите обычно? Написать? Вы нам заявление хотите написать? Да. Что вы хотите? Ну я вам дам заявление, вы же полиция. Вы на нас запишите заявление? Не на вас. А что вы хотите? А на ситуации. Какая вам разница? Дайте ручку, примите заявление, и все. Что у вас случилось? Там вас вы полиция? Спрашиваем, по вы сути. Полиция? Вы слышите? Я могу заявление подать. Вы вопрос подать. Слышите? Да. Вот. Хочу подать вам заявление. Вам вопрос. Какое? Что у вас произошло? О беспричинной остановке. Вашему руководителю. Вы ему передадите, а он пусть разбирается. И меня остальное не интересует. Вот и все. Нашему руководителю. Да. А ему вы про гражданина Турции рассказываете, про регистратор, про место размещения. Меня это не интересует. Хорошо. Я просто хочу написать. Позвони в группу, вызови тогда группу, пусть Александр. Так а зачем мне группа? Я вам хочу дать.
Нам подпишут. Ну конечно, вы полиция, ребята, мне группа не нужна. Ну, давайте. Вы хотите заявление написать на нас же, да нам его на вас, отдать. Я подам заявление. Да, потому что если я вы, а поскольку вы, если вас, вы хотите написать ребята, в отношении нас заявление в отношении этой ситуации, да то не мы на не компетентны вас. Его я принять. На вы не должны на... вызвать тот орган, который контролирует. Я напишу на имя вашего руководителя. Вы ему отдайте. И все, в админпрак. Вы мне, короче, так, оба. Собрались. Вы мне отказываете в... Собрались. Вы мне отказываете... Вы по ситуации хотите в отношении... Неважно, по вы... факту, по факту. Заявление так вы от меня отказываетесь отберу, принять? Отберу, давайте, какое? Не тратьте время. Листик, какое? Ручку. Я напишу, вы прочтете. Не тратьте время мне, давайте листик, ручку, я пишу заявление. Дайте листик и ручку. И мне. Пустой бланк вам дать. Пустой бланк просто. Александр, секундочку, подождете. Да какую секундочку? Дайте, я буду сейчас писать, а вы разбирайтесь, звоните руководству, какие проблемы? Вы все сказали? Нет. Давайте еще удостоверение, чтобы я вас не забыл. Как вас зовут? Чтобы моя фамилия Номеровского Вадим Александрович. Удостоверение, давайте. Пожалуйста. Удостоверение. Снимать я вам не могу. Да что я вас не спрашиваю? Вы заявили, давайте удостоверение. А нет, а это тогда я вам говорю. Что вы мне говорите? Пожалуйста. Это... Номеровский Вадим Александрович. До какого пальчика говорите? До 20-го? До 20-го года. Листик, ручку, Номеровский, будьте любезны. Сейчас. Не сейчас, сейчас. Я хочу заявление подать, что я жду. Мне не надо группа, да. Ну сейчас подойдите. Да не сейчас, а сейчас же, дайте листик там и ручку. Сейчас там старший экипаж отзвонится, да мне не надо там его примет отзвон. Решение. Там, какое как решение, бы. Брать у меня заявление или не брать? Ну вы слышите меня? Вы полиция или там кто? Я вам пятый раз повторяю, одно и то же. У меня к вам вопрос, вы хотите, Номеровский. Вы хотите вы заявление? Да какое вам дело, я напишу, вы прочтете его. Если вас оно не устроит, отдадите его и напишите мне отказ по почте. Вы не и слышите? Все. Это вы меня не слышите, вы полиция, вы обязаны мне помочь. Да я вам пять раз не буду повторять, я вам достаточно объяснил, правильно? Неправильно. Неправильно. Я говорю, вы мне отказываете подачу заявления. Далее, последний вопрос спрашиваю. Да и или нет? И вы слышите меня? Вы что даете... вы хотите указать? Листик, ручку, что вы хотите указать конкретно? Там какая вам разница? Какая... Я напишу, вы прочтете. И характер вашей жалобы. Я вам все опишу в заявлении. Характер вы вашей жалобы. Понимаете? Напишу в заявлении, опишу вам подробно. Дайте листик, ручку. Александр, скажите, две секундочки. Вы по поводу заявления будете писать. Незаконные причины на, вам, в отношении нет, нас, да? Я вам опишу. Значит, смотрите, нет. Вы напишите. А что? Я вам опишу заявление. Сейчас я вызову группу. Так какую группу? Я вам хочу подать заявление, мне группа вы не подадите, надо. Группа приедет, и мы вместе с группой, значит, почему смотрите. Из группы? Я хочу ждать. Вы полиция, вы... Конечно. Ребят, вы путаете. В отношении нас мы да должны не вас. Почему здесь вас? А в отношении... Я напишу заявление вашему руководителю. А ну. Он пусть разбирается, кто в это виноват. Может, это Маваков виноват. Пусть он разбирается. Почему здесь вас, не вас? Алло, да. И вы так и не хотите слышать. Вы мне не хотите дать листик и ручку. Я почему? Понял, что у вас случилось. И я что? Понял, на кого вы хотите написать заявление. И что делать? И что вас не устроило. Да, вы все поняли. Для этого есть контролирующий орган. То есть вы уверены, наш, вы поняли? Орган, который наш контролирует. У вас орган есть только один. И то он не работает. Ну, это называется там... мозги. Они не работают у вас абсолютно. А у вас работает? К сожалению, да. И когда я это вижу, мне печально и больно. Да. Потому что лучше бы я был таким же придурком, как и вы, и не обращал ни на что внимания. Вы не оскорбляйте. А то что? Не кто придурок там, кто не придурок? Лично уже переходите. Это, нет, это не лично, это общее, я обобщил. Это не обобщил. Только вы придурки, это вся нынешняя если полиция. Ваше мнение, вы не обижайтесь, это не личности. Вы листик, ручку даете или нет? Если даю. Нет, я поехал. Не, я даю вам. Давайте, будьте любезны. Листик и ручку. Сейчас дадим. Что такое сейчас? Сейчас, я вам дам, вы сейчас пишете, я вызываю группу, группа приезжает, а вы там хотите передавать, да, что хотите. Да, ну давайте. Что сейчас? Номеровский, вы будете? Сейчас. Так, звонит, последний раз идет прошу, да или нет? Там он сейчас регистрирует. Что мне рассказывать? Вас опрашивают. Я что, лох, что ли? Что мне рассказывать? Что вы регистрируете? Листик, ручку дайте мне. Что вы мне чешете? Да, при чем тут куда лох? Вы звоните? Что вы регистрируете? Что вы регистрируете? Номеровский, вам давайте. Пустой бланк? Уже быстро, давайте поскорее. Да, пустой бланк. А быстро? Давай быстро, дай. Давайте, быстро, да. Быстро. Новая полиция, ребята, друзья. Вот она такая, быстро. В Херсоне чудесная. Ожидайте. Встаньте в сторонку, ожидайте. Какую сторонку? Дам. Я хочу к вам присесть, написать заявление. В машину? Конечно, зачем? Так. Ну а где я буду писать? В воздухе, что ли? Пожалуйста, можете на багажнике написать. Да я к вам присяду и напишу заявление. Потому что вы полиция, ребята, вы для этого созданы. Вы понимаете или нет? Вы для этого созданы, не для бабок брать, а для того, чтобы людям помогать. Зачем, говорит? Нормально. Давайте я присяду и все, я напишу заявление. Идем. А что вы садитесь, Александр? Да, блин. Заявление писать я буду, чего я сажусь? А вот. Что в машине? Ну потому что здесь сидя люди пишут заявление, ну, не в надо воздухе. Не надо в машине сидеть, в машине служебно никто. Давайте на капу. Кто надо, такой выйдите, никто? Выйдите, пожалуйста. Да не буду я. Дайте я напишу. Ногу, да я уберите. Закрою ее, господи. Слушайте, выйдите ну, с подержи. Машины. Давайте заявление алло. Напишу. С машинки выйдите, на багажнике мы напишем заявление. Я, слушайте, какой бы я белый человек, я хочу сидя писать заявление, я хочу стоя. Как все нормальные люди это делают, вы я знаете, могу написать. Нельзя в служебном автомобиле? А вы знаете, что вы сюда через одного вводите? Вы знаете а вы, это? Вы видели, я подаю ситуацию. За. Вы ж не видели же ситуацию. Ребят, давайте, вас, дайте я буду. Вас просят, выйти с машины, просят вас. Это пожалуйста. Просьба, я отклоняю. Дайте вот мне листик ручку. Вы сейчас прочтете. А вы сейчас прочтете. Давайте. Номеровский, ну вы дали, даете мне писать или нет?
Маленький ребенок, дайте ручку, пожалуйста. Не, ну пусть пишет человек, какие вопросы. Ну, начальника фамилию, держите. Пожалуйста, подскажите, как вашего зовут? Исполняющий обязанности. 050. А на имя чьего писать? Заявление писать? Да. Александр, по поводу чего заявление пишете? Какая разница, вы прочтете. Скажите мне, на кого писать, на кого кто? Писать человек? Кто ваш руководитель? Как его фамилия? Исполняющим обязанности? Как? Так мы тоже не можем понять, насчет чего Александр пишет заявление. Вашему непосредственному руководителю могу написать? Нашему? Да, вашему. Да, вашему. Кто ваш? Или тот, кто по территориальности? Ваш непосредственный руководитель. Как его зовут? Исполняющий обязанности, начальник Лазурского райотдела. Что там, горит уже пукан? Кто горит? Горит пукан уже у начальника. Какой пукан? Ну, говорю, пукан уже горит. Пукан? Ну да, подрывает. А ну, бадхёрт есть у него? Ну, я чувствую, что как-то он напрягся. Он напрягся? Ну, вы напряглись, а он напрягся. Напряглись? Я не знаю, обычно, обычная ситуация. Да, дело, ну, ты делайте свое дело. Как проявляется? Ну, да, ну, Александр, как ну бегает он с телефона по кругу вот так вот, каждый что, а что? Это же банальная ситуация. А, что-то мне все время везет. То этот водитель с Турции не может дать показания, то камера перестала работать, то радар сломался. Радар? То, ну, бывало, ну, раньше, когда были радары, то еще что-то не успела зафиксировать. Слушайте, со мной постоянно какие-то проблемы. Вы реально подошли к свидетелю, он же ж не уехал. Да. Вы же к нему реально подошли. Как вы его просили? Как он вам сказал, что я нарушился, он по-русски не бельмеса? Ну, вы сказали, вы с ним пообщались, он вам сказал. Вы слышите? Да. Мы остановили его, подошел к вам, когда я подошел к нему, смотрю, гражданин Турции. И когда увидел вас, я думаю, это было нелепо отпускать его. Вы же сами подошли и убедились. Вы же можете раскрутить, перекрутить ситуацию, вырвать слова из контекста и сделать такое, и все так перекрутить. Чтобы... Давайте, ребята, так. Вот это то, что я сейчас скажу, не буду вырывать из контекста точно, и вы ответите. Угу. Вот смотрите, вы меня остановили. Есть перед вами водитель. Есть также, по вашему мнению, свидетель. Значит, водитель вам утверждает о том, что у него нет с собой регистрационных документов. Он вам прямо говорит, что документов у него нету. Также есть с ваших слов свидетель, который вы сказали мне лично, это есть на камере, что он подтвердит, что я его обогнал. Вы его опросили, то есть вы с ним общались. В процессе выяснилось, когда я к нему подошел, что человек не понимает по-русски, опросить его было нельзя. Остаются сухие факты. Есть водитель без документов, который, по вашему мнению, нарушил. И вы его отпускаете. Если мы вас бы не знали бы, то если да. бы не знали бы, кто вы и чем вы занимаетесь, да, а то теперь, это был секундочку, бы один разговор. А теперь переведите на русский. Что значит? У нас, давайте забудем, кто я и чем Александр, занимаюсь. Александр, вы задерживаете. Ребят, заканчиваю. Я не вас не задерживаю. Пишите заявление. Не, ну вы же хотели разобраться. Вы же хотели, чтобы это попало, чтобы это не вырезали. Так вы вот я задаю вопрос. А вырезайте, что какая хотите, разница, какая? Кто я такой, если я нарушил? Какая разница, кто я? Все. Какая? Вы новая полиция. Конечно. Нет разницы. Я, Аваков, Порошенко. Человек нарушил, его надо наказать. Конечно. Это главная суть. Почему вы оба этого не делаете? Ну, предъявите документы. Хотите... А если не предъявлю, могу ехать? Ну, я вызову группу, пусть группа ваша. Почему она еще не здесь, если я нарушил? Едет группа, едет. Почему по нарушению вы ее не вызвали? Вы напишите, вы не отвлекайтесь. Пишите, не отвлекайтесь. Хорошо. Все успеется. Хорошо. Все успеется в нашей стране. Так а как еще с вами работать? Так а как вы? Ну не все ж бабки брать, надо еще учиться чему-нибудь. Кого брать? Бабки. Это ваше субъективное мнение. Да это субъективное, я уже распространил по всем каналам. Что вы говорите? То, что слышите. Распространили уже по всем каналам? Ага. Вот вам заявление. Я думаю, что вы оба прошли бы аттестацию. Что вы достаточно грамотные, чтобы читать на русском. Я написал здесь контактные данные, куда я хочу получить ответ. Будьте любезны. Так а чего на камеру? Не сидите в кустах. Прочитать вот это в... Ребят, учитесь читать. Если нет, передайте в админпрактику, пусть они разбираются. Ну, горявый почек просто вас не понимает. Ну, вы тоже не доктора, что поделать, наук. Как могу, так и пишу. Счастливо вам оставаться, брать бабки. И вам тоже всего хорошего. Да. Мнение... До скорой встречи. Да это не мое мнение, это мнение народа. Хорошо.